Всем добрый день. Вы на канале Татьяны Егоровой. Хочу поделиться такой информацией. Какие мы допустили ошибки при постройке вот таких вот бункерных кормушек. Это вид из коридора. Здесь вот одна кормушка. И вот вторая кормушка. Какая была первая ошибка? Мы сделали вот здесь вот. Вот здесь вот. Очень маленький разрез, маленькую щель. И зерно не поступало. Я побоялась сделать большую. Сказала мужу, сделай поуже. Сейчас вот он мне их переделывает. Прорезал еще сантиметра 3, наверное, теперь получилось там зазор. И зерно комбикорм сыпется лучше. Так. Здесь вот это он еще не делал. Сегодня будет переделывать. Какой еще у нас минус получился? Мы ее сделали очень высоко. Вот это вид изнутри. Надо было сделать ее пониже, потому что куры не достают. Пришлось им положить вот такие вот брусочки. Удобно только петуху. Он вот здесь вот с краю подходит, и ему удобно. Так, и третий момент. Надо было сделать поуже желобок. Ну, это мое мнение. Вот здесь вот можно было сделать намного короче, так как куры сюда залазят в саму кормушку и по ней вот здесь вот ходят. Вот такие вот у нас ошибки. Ну, ничего, куры встают на брусочки. Петуху вот здесь вот удобно, с краю он подходит. Гнездо ему не мешает. Вот такие у нас были ошибки. В одном из вольеров у нас вот такая вот кормушка из трубы. Я ее резала сама. Вот по эксплуатации мне она тоже понравилась. Я ее вот на такие брусочки поставила. И крепежами для этой же трубы закрепила. Был момент, когда они у нас ее переворачивали, но это было всего один раз. Как-то теперь вот все хорошо. И вот такую вот кормушку мы повесили во втором сарае. Не стали мы делать здесь бункерные. Пока вот так вот. Здесь у нас петушки сидят. О, выстроились. Ничего вам не принесла вкусненького. Стоят, смотрят. Непильные поилки мы здесь пока не делали. Не знаю, будем делать или нет. Пока у них вот такая вот банка. Обрезанная 5-литровая. В принципе, нормально. И кормушка.